Так, итак, всем привет. Это у нас прохождение, продолжение прохождения игры Hellblade Senua. Загадки Вальврала. Итак, это четвертая часть. Теперь мне нужно, получается, тут слишком много воронов. Нужно лишних убрать, чтобы появился вот этот знак. Ну что, приступим? Так, ладно, не спеша ходить тоже не стоит. Теперь мне нужно разобраться. Здесь, походу, я не пройду. Да. Да, я здесь не пойду, потому что внутри ворота мне нужно спустить. Значит, сейчас пройдем через врата иллюзии Вальравана. Не понял. Так. Мне нужно их отбежать вот так. Получается. Что-то должно у нас тут исчезнуть. Нет, оно здесь не пройдет. Так. Надо подумать. А точнее вспомнить, что где и как. Так, если... Так. Если она не пройдет... Ладно, пойдем. Как говорится, мы пойдем другим путем. Угу. Так, сейчас нужно будет спустить те ворота. Так, они закрыты снутри. Так. Ну, я, кажется, понял, что я сделал не так. Я все вспомнил. Так. Пойдем здесь. Нужно теперь спустить сейчас ворота, пройти через вон там, мне нужно пройти и спустить сначала вот эти ворота. И когда я пройду там, стена восстановится. Ворота, потому что я там открыл вон та стена, она восстановится. Так, наблюдаем туда. Опа, стена восстановилась. Ах, это иллюзия. Обман. Обманщик этот Вальраван. Стена восстановилась, но двери я открыл. Теперь я смогу спокойно туда зайти и подняться наверх. Но мне придется это делать много раз. Так, как мы видим, стена у нас восстановилась. Поднимаемся наверх. Так. Теперь что-то должно измениться, когда я пройду здесь. Вороны пропали. Так, вороны пропали. Тихо, мне нужно подумать. Так, теперь нужно спуститься здесь, осмотреться. Так. Так, ничего здесь больше нету. Do you remember Dillian's words?
Так, вороны пропали. Теперь нужно мне избавляться еще от большого количества воронов. Так. Теперь, я думаю, мне нужно будет... Да, все правильно. Пройти мне нужно будет туда. Так. А. Почему иллюзия не работает? Блин, она должна появиться здесь. Переход должен появиться. Что, не здесь, что ли? Почему? Так, здесь она не пройдет. Здесь должен появиться переход. Для этого я должен зайти вот так. Не получается. Не получается. Что я делаю не так? Ладно. Так не получится. Так, значит, я неправильно это делаю. Так, вон он. Мне нужно туда. Ну, я как бы делал все правильно. Почему переход не получается? Мне, наверное, нужно будет сейчас лезть туда. Скорее всего, нет. Мне туда не надо заходить. Все-таки рискнем. Чем же черт не шутит? Где-то я был... Нет, не здесь. Чем этот Валерам не шутит? Почему он не появляется?
Что-то я делаю не так. Так, надо восстановить. Так, ну вот он там. Здесь она не пройдет. Не понимаю. Ах! Я тут бегаю туда-сюда. Вот. Вот он тебе и переход. Так. У меня получилось, вороны исчезли, они пропали. Не, осталось три. Теперь нужно найти, где он поет. Вон там поет. Или они там? Так, теперь надо... Надеюсь, ты здесь пустишься, нет? Не будешь? Ладно. Так, опять у нас тут все закрыто. Так. Что же мне теперь нужно сделать, а? Где он поет? Там.
Нет, 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 не здесь. Так. Тут у нас просто спряталась история. Так. Так, где они? Ой. Зачем я сюда зашел? Осталось, говорит, три, вон они. Угу. Мне надо куда-то туда идти, значит. Вот точно говорю, вот не помню. Пойдем туда, пройдем. Вон они. Так, где они? Вон они. Так, вот они. Вот они. Так. Стоп. Все. О, это было посложнее, но мы это сделали. Так, пойдем туда. Стоп. Dillian,
before her time comes. Так. Нет, это еще не то. А вот то. Сейчас я буду биться с ним. Вон он стоит. Исчез. Для начала я, походу, буду биться с егошними. Уж это поле битвы. С егошними злыми дядьками. Так. Снова этот знак. Угу. А далее последнюю иллюзию Вальравана, чтобы встретиться с ним самим и его владениями. Мы оба можем увидеть. Мы оба можем увидеть чему. Друт. Так. Здесь тоже иллюзия будет. Теперь нам надо туда. Стоп. Подожди. Что-то надо тут пересечь. Угу. Есть там что-то? Ладно. Мы пойдем другим путем. Так. Если я не заберусь отсюда, я пришел. Надо вспомнить. Если она не пойдет, это точно. Что там, никаких ворот нету? Так, здесь не пройти. И здесь не пройти. А, вот. Так. Так. Опачки. Если она не будет спускаться. Ага. Ты поговоришь со мной, я расскажу тебе историю. Так. Где же? Откуда я пришел? А, вот, лестница. Captured Finland's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Так. Проход я себе сделал. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon? Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. Так. And though Findon never set eyes on his dear sister again. Так, сюда мы прошли, здесь нету ничего. Пойдем, значит, вот так. Стоп. Жди-ка. А, она там не пройдет. Вот здесь она пойдет.
Стоп. Вон наверху. Не понял. Мне, наверное, нужно залезть наверх. Так. Никакой лестницы здесь нету. Ах, у нас это мальчик. Так. Дрейф мне предстоит с ним биться. Предстоит с ним биться. Что мне теперь делать? А, мне надо снова идти туда. Так, все, прохода там теперь нету. Так, теперь пойдем так. По-моему, я здесь уже не заберусь, да? Да, я здесь уже не заберусь. Стоп. Ладно, разберемся. Да, здесь я теперь не залезу. Значит, я сделал неправильно. Да, она здесь не пройдет. Здесь не пройдет. Как я попал туда? Понятно. Надо возвращать все в исходное состояние. Так. Угу. Отсюда я попал туда. Туда я не смогу пройти.